Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Инна, и это канал Speakeasy, на котором мы изучаем английский язык. Подписывайтесь на канал и будем учить английский язык вместе. В этих уроках мы с вами учим слова и выражения на английском языке. Начнем со слов 58 и 59 уроков. Повторяйте за мной на английском. Actress – актриса. Famous – известный. Artist – художник. The Netherlands – Нидерланды. Person – человек, личность, персона. Painting – картина, живопись. Popular – популярный. Теперь наоборот. Актриса – actress – известный. Famous – художник. Artist – Нидерланды, the Netherlands, человек, личность, персона. Person, картина, живопись. Painting, популярный. Popular. Повторяем слова из 56 и 57 уроков. Sad, грустный, печальный. Translator, переводчик. Dull, скучный, нудный. Waitress – официантка. Mechanic – механик. Painter – художник. Aerobics – аэробика. Be in a hurry – торопиться, спешить. Afternoon – день, время с 12 дня до 6 вечера. Теперь наоборот. Грустный, печальный. Sad – переводчик. Translator – скучный, нудный. Dull – официантка. Waitress – механик. Mechanic – художник. Painter – аэробика. Aerobics – торопиться, спешить. Be in a hurry – день. Afternoon. Повторяем слова из 55-го урока. Choose, chose, chosen. Выбирать. Pound. Фунт. Yesterday. Вчера. Last night. Вчера вечером, вчера ночью. 2 days ago. 2 дня назад. On the plane. На самолете. Until 8. До 8 часов. Last. Прошлый. Теперь наоборот. Выбирать. Choose, chose, chosen. Фунт. Pound. Вчера. Yesterday. Вчера вечером, вчера ночью. Last night. 2 дня назад. 2 days ago. На самолете. On the plane. До 8 часов. Until 8. Прошлый. Last. Четвертое повторение – это слова из 47-го урока. Rain – дождь. Rainy – дождливый. To rain – идет дождь. Snow – снег. Snowy – снежный. To snow – идет снег. Wind – ветер. Windy – ветреный. Теперь наоборот. Дождь. Rain. Дождливый. Rainy. Идет дождь. To rain. Снег. Snow. Снежный. Snowy. Идет снег. To snow. Ветер. Wind. Ветреный. Windy. Пятое повторение – это слова из 33-го урока. At night – ночью, вечером. Baby – малыш. By the way – кстати. Circle – круг, обводить. Correct – правильный. Cry – плакать, кричать. First of all – прежде всего. Send my love to. Передавай большой привет.
кому-либо. Теперь наоборот. Ночью, вечером. At night. Малыш. Baby. Кстати. By the way. Круг обводить. Circle. Правильный. Correct. Плакать, кричать. Cry. Прежде всего. First of all. Передавай большой привет кому-то. Send my love to. Шестое повторение – это слова из 10 урока. Country – страна. Do you speak English? Вы говорите по-английски? I don't speak Chinese. Я не говорю на китайском. I speak a little German. Я немного говорю по-немецки. My – мой. Plural – многочисленный или множественное число. Pocket – карман. Your – твой, ваш. Теперь наоборот. Страна – country. Вы говорите по-английски? Do you speak English? Я не говорю на китайском. I don't speak Chinese. Я немного говорю по-немецки. I speak a little German. Мой. My. Многочисленный или множественное число. Plural. Карман. Pocket. Твой, ваш. Your. Дорогие друзья, это была работа над словами. Задавайте вопросы и пишите комментарии. Ставьте лайки и делитесь с друзьями. А я прощаюсь с вами до следующего урока и желаю вам больших успехов в изучении английского языка.